Два вора, и скрывшись от погони, делить украденное золото решили. На старом кладбище вечернюю порою уселись рядом на заброшенной могиле. И вроде поровну досталось им богатство. Но вот беда, последняя монета! Один кричит: она моя, я лучше дрался! Да что ты делал, друг, без моего совета? Отдай монету, а не то я рассержусь. Мне наплевать, я твоей злости не боюсь. Но ведь я похитил деньги и все дело проверну. Без моих идей, Никеша, ты бы шагу не шагнул. Что же делать нам с монетой? Как же нам ее делить? Отдадим покойнику! Отлично! Так тому и быть. Я был проворный, значит, денежка моя. Не допущу, что ты богаче был, чем я. Сейчас сыплю тебе я в горло и на части разору. Я прибью тебя, купи, и все деньги заберу. Что же делать нам с монетой? Как же нам ее делить? Отдадим покойнику! Отлично! Так тому и быть. Скриня костями вдруг поднялся из земли. Довели меня, проклятые, ей-богу, довели. Воры в них переглянулись и помчались на утек. А мертвец все золото тобой могилу. Вот